Следующий вопрос. Вы работаете с детьми в рамках волонтерского проекта по бесплатному обучению детей программированию Code Club UA. Да. Расскажите, что это за проект, зачем он нужен Украине и как туда попасть? Ну, Code Club интересна своей историей. То есть мы его стартовали в 2013 году. Все время я познакомилась с ребятами-создателями, с девочками, кстати, фаундерами-создателями Code Club UK. Собственно, оттуда стартанул Code Club Global. Интересная, классная инициатива. Они мне сразу понравились. Они сразу же стали на этой презентации, на Founders Forum в Лондоне, где я с ними познакомилась. Они сразу получили поддержку от правительства Великобритании, от королевской семьи. И было понятно, что проект полетит в Великобритании. Девочек сразу был правильный там стратегический фокус, идти глобально. Они сделали проект глобальным, партнерились с мощными партнерами, такими как Raspberry Pi и с MIT, который для них бесплатно, на безоплатной абсолютной основе разрабатывал каждый год, разрабатывал и дорабатывал методички в виде мультяшной форме, обучающие программы всем абсолютно языкам программирования. Соответственно, что-то новое появляется каждый год, и каждый год наши программы тоже увеличиваются и растут. Приятно сказать, что Украина была первой, потому что я сразу с ними там познакомилась, только на первом питчинге. Мы были первой, которые присоединились к глобальной программе Code Club Global. Сегодня там большинство из стран мира являются членами проекта Code Club Global, а Украина была первой, которая присоединилась к этому глобальному проекту. Вот, и мы начали проект в 2013 году, тогда было более 100 клубов, но учитывая войну, которая произошла у нас, к сожалению, пришлось проект максимально свернуть, хотя мы держались до последнего. У нас даже в Донецке, в Луганске было очень много клубов, которые пришлось, к сожалению, закрыть. И буквально там с прошлого года, то есть мы активизировали работу по Code Club, активизировали, и за такой короткий период, то есть вот на 2018 год у нас уже будет как минимум 500 клубов по всей Украине. Сегодня уже более 400 клубов в Украине функционируют. Практически во всех городах они есть, не говоря уже о городах-миллионниках и крупных городах от 200 тысяч населения. Это волонтерский проект, в чем его важная ценность. Волонтерский проект, где преподаватели бесплатно абсолютно преподают детям. Это группы порядка 15 плюс учеников. Основы программирования, начиная со Scratch, потом Scratch Plus и так далее. Все другие языки программирования, которые сегодня есть и доступны для обучения детей вот в такой вот форме. Сами программы стоят очень дорого, это порядка 100 тысяч долларов стоит разработка такой методички и порядка нескольких десятков тысяч долларов ежегодные доработки, модификации этих обучающих методик. Они все созданы в виде мультика, в мультяшной форме, в анимационной форме. Полтора часа – это готовый проект. То есть, в принципе, это работает так. То есть, раз в неделю волонтер приходит в место проведения код-клуба. Это либо офис любой компании, это либо школа, либо библиотека, либо любое другое общественное место, которое открывает свои двери для волонтерского проекта Code Club. Поэтому это классная так даже возможность всем украинским компаниям, корпорациям, украинскому бизнесу стать частью программы Code Club IT Майбутни Украины и поддержать его. Требуется этого вообще самая малость, просто дать время, полтора часа в неделю, это может быть даже в субботу или воскресенье, для детей своих сотрудников от 8 до 14 лет, а также открыть двери для детей близлежащего района, которые безоплатно абсолютно могут приходить в ваш офис на всего лишь на полтора часа для того, чтобы позаниматься с преподавателем, который тоже преподает бесплатно. И для них это вопрос миссии, быть полезными, делать что-то, что позволит нам сохранить нашу какую-то правильную направленность на технические, инженерные профессии, на умение разговаривать на языке интернета. И это не важно, девочки или мальчики. Кстати, интересная статистика в Code Club, практически 50 на 50 девочек и мальчиков. Вот. Мы хотим, чтобы это, ну, то есть, этот паритет сохранялся дальше, потому что очень важно, чтобы все имели равную возможность, умение пользоваться, разговаривать или работать со всеми возможными языками программирования и вообще шире с интернетом. То есть это наше завтра, это как английский. То есть для всех это тоже очень важно, начать с самого раннего детства познавать и изучать. Если школа, например, хочет стать участником этой программы, она должна подать заявку, чтобы к ним приходил преподаватель там, и организовал факультатив, по сути, да? Да, это как платформа.
платформа, на которой, совершенно верно, знакомятся те школы, которые хотят, чтобы у них открылся код-клаб в любом из городов Украины, или школы, или офисы компании, неважно. Они должны оставить заявку на сайте. Это работает как matching-сайт, который подбирает каждому, каждой школе, каждому офису подбирает волонтера, который живет или работает поблизости, который может в оговоренный день приходить и проводить этот недельный факультатив 1,5 часа, как законченный проект в школе или, или в офисе компании. Ну и сами волонтеры, те отзывы, которые они пишут, когда маленькие детки там 9-10 лет заново создают те программы, которыми уже пользуются там миллионы людей, и программы, которые уже есть, то есть вообще их эмоциональное такое состояние от того, что, что они открывают таланты и дают путевку в жизнь каким-то правильным ребятам, которые могут изменить мир, это многого стоит. То есть поэтому, именно поэтому они многие делают это абсолютно на волонтерских началах. Все, конечно, у нас проходят и контроль, и тестирование, и мы смотрим, и отслеживаем по всем базам, чтобы это были там достойные преподаватели. Причем они не с улицы эти люди, они работают в компаниях, в аутсорсинговых, в компания, корпорация, то есть это люди, которых знают в своем кругу и рекомендуют. И плюс мы еще всех абсолютно отслеживаем. То есть это достойные, нормальные, надежные люди, которые как минимум хотят год, как минимум год, а многие и больше проработать вместе с проектом абсолютно бесплатно. Мы живем сейчас в век технологий и гаджетов. В общем-то, эти гаджеты, они и помогают детям в образовательном процессе. Но интересно, что именно вы используете со своими детьми, и есть ли у вас ограничения, сколько времени они могут проводить за гаджетами? Это каждый должен, наверное, устанавливать индивидуально, но в принципе, то есть такая логика и моя, и многих моих знакомых, что там в рабочие дни это где-то полчаса, может быть, там полчаса 45 минут, я имею в виду там за играми. Mm-hmm. То есть потому что гаджеты, они не работают с гаджетами, не учатся на гаджетах, у них учебники на iPad, поэтому запретить проводить время с гаджетами очень сложно, потому что в них работают, живут и учатся. Я имею в виду про развлекающую часть, такую как игры, которые, к сожалению, полезны, но отчасти. Да, соответственно, это просто как времяпровождение, которое дает адреналин, тоже, наверное, нужный детям, возможность играть и знакомиться. Кстати, нужно понимать еще другую, может быть, позитивную часть этого процесса. Они общаются, знакомятся с детьми. Чаще всего это хорошо, потому что это как общение, на разных языках разговаривают. Но нужно мониторить, чтобы это не было плохо, потому что то количество нецензурной лексики, которая часто идет в эфире при подобных играх, это и есть проблема, с которой нужно работать. Например, у нас есть условие такое, чтобы то есть можно слышать, но не говорить. То есть мы договариваемся об этом, это мы учим, и это работает. Потому что если я это слышу, соответственно, мы не играем. Очень просто. Поэтому дети должны учиться себя контролировать. Мы их никогда не защитим от того, что какие-то дяди или тети невоспитанные на улице ругаются очень нецензурно, они это слышат, но им стыдно за это. Они даже знают, что ухо слышит, но мы это не говорим. Поэтому лучше так воспитывать, чем как-то по-другому. Вот. Поэтому в рабочие дни это 30-45 минут, и в выходные дни это может быть в зависимости там, от того, какой возраст ребенка, чем младше, это может быть там, 1-1.5 часа, старше это может быть 2 до 2.5 часа. Я никакой проблемы, кстати, в этом не вижу. Вопрос в том, допустим, как правильно к этому подходить, как следить за тем, чтобы все остальное было сделано. У нас работа очень простое правило. Сделал дело, гуляй смело. Простое, знакомое каждому нормальному человеку правило. Сначала все сделали, потом играем. Вот. Так что, когда все сделано, все уроки, там, все просмотренные TED-ED, о которых мы раньше говорили, прочитанные свои там, 10, 25, 50 страниц, в зависимости от возраста, вот, просмотрены взрослые какие-то TED-ы, сделаны занятия с учителями, пожалуйста, то сюда мы играем. Не хватило времени, но плохой тайм-менеджмент. Садимся, разбираемся, где был пропускной кадр какой-то. И всегда время находится. Всегда время находится. Поэтому вот тут похвала и пряник, и четкий тайм-менеджмент, и правильная приоритизация, что сначала, что потом, очень хорошо работает.
А соцсети, вы как-то ограничиваете их время в соцсетях? К тому же просматриваете ли сообщения, потому что тема синих китов, педофилии в соцсетях все еще актуальна. Мы все эти вещи проговариваем. То есть вот эти вещи вообще нельзя оставлять, эти темы нельзя оставлять непокрытыми. И чем раньше их проговаривать, тем лучше. Знаете, это любая проблема, когда ее проговариваешь, она становится уже не проблемой, а как бы уже, ну, то есть пониманием решения. Поэтому все эти темы нужно очень долго и неоднократно с детьми проговаривать. Все темы, там, и педофилии, и буллинги, и там всякие там странные группы, куда тебя там приглашают, там, мне скучно, мне дурно, мне плохо. Ну, то есть это все, то есть у меня вообще у нас в семье очень хорошее чувство юмора у всех, поэтому пытаемся там этим все вещи как-то перевести, ну, то есть на правильно настроить детей, на позитив. И поэтому, то есть для того, чтобы, когда ты уже знаешь, когда уже тема выговорена и знакома до боли, тогда совершенно по-другому относишься к этому. И, но ухо нужно держать востро всегда, всегда нужно мониторить, потому что если тихая вода у детей, то есть по которым не поймешь, что происходит, бывают какие-то там эмоциональные моменты, всплески, на которые там кто-то может сделать какие-то неправильные решения, пойти неправильные встречи, поэтому эти вещи нужно мониторить. То есть время от времени имеет человека, который или самим это делает, или имеет человека, который просматривает соцмедиа детей на предмет вот таких вот странных вкраплений, странных мальчиков, девочек, странных групп каких-то, то есть этого не должно быть, то есть нужно все-таки следить. Говорить это одно, это очень важно, это работает очень сильно, но при этом контролировать. Есть еще такой вопрос, вы сама мама трех детей, как вообще решаете проблему детского образования, когда, например, понимаете, что детям в школе что-то непонятно или преподаватель не смог заинтересовать предметом? Да, эта проблема есть, к сожалению, поэтому есть такое, есть, к сожалению, то есть, ну, тут варианты просто либо менять школу, да, потому что когда ребенок ноет в школе, все, ну, то есть, ну, нужно разбираться, конечно, в чем причина, и устранить эту причину, я имею в виду не физическое устранение учителя, конечно, то есть, если есть причина, вот, но если есть эта причина системная, и школа достаточно слабая, или, ну, то есть, ребенок все время скучно, или он не того уровня, не перерос или там еще какие-то, или наоборот не дотягивает эту школу. Это проблема, кстати, с двух сторон, одна и та же большая проблема. Или, допустим, очень умный, или, допустим, нужно просто ранжировать детей по группам, то есть первая, вторая, третья, это очень хорошая схема, которая в Европе применяется. То есть ребенок не чувствует себя где-то ниже других, их просто разделяют по группам, они чувствуют себя королем в каждой вот из этих групп, а то можно из нее мигрировать, но ты никогда не чувствуешь себя плохо, потому что ты вот среди тех, такого же уровня деток, но потом ты можешь переходить, потом ты переходишь, и ты уже комфортнее понимаешь, что тебя перевели. То есть есть цель там переходить там, в другую группу, но в рамках своей группы ты не чувствуешь проблемы. Потому что не каждому ребенку нужно быть мега-математиком, или не каждому нужно быть химиком, биологом, географом и так далее. То есть важно просто максимально поддерживать интерес детей к учебе. Если в школе этот интерес не может по каким-то причинам быть поддержан, но школу нельзя поменять, к сожалению. Хотя есть варианты сейчас альтернативного образования. В Украине много частных школ, которые предлагают новые системы образования, гибридные всевозможные методики и модели. По статистике где-то каждый 20-й ребенок в частных школах находится. Учителя там, конечно, меньшее количество студентов охватывают, чем по сравнению с стандартными нашими украинскими школами. То есть, например, там в два раза больше детей в стандартной школе, в два раза меньше детей охват на одного учителя в частной школе. Конечно, качество в любом случае будет больше, внимание больше, концентрация на каждом студенте, ученике будет тоже больше, результат, соответственно, должен быть лучше. Поэтому не ленитесь, пробуйтесь. Цена отличается не сильно, потому что все что мы носим там в конвертиках, там еще в каких-то самосуществованиях школам обычным нашим, которые не в состоянии, допустим, сделать какой-то прорыв или поменять там систему людей, набрать лучших и так далее. То же самое можно сделать в тех хотя бы школах, которые применяют новые альтернативные системы образования. Возможности есть. То есть просто нужно не лениться, там, погуглить, посмотреть, что в вашем районе есть, идите и пробуйте. Мы такие школы смотрим, посещаем, смотрим, тоже рассматриваем похожие проекты к инвестированию. И хочется, чтобы таких школ было больше. Реально у нас проблема с хорошим образованием, она есть. Это и вопрос зарплаты учителей, которая сегодня 6-800, а должна быть, наверное, в разы больше, в разы как минимум больше. Это, наверное, и в том, что наша система образования учителей, она портит учителей изначально, все это сразу как яд, вот, который системный яд, который искоренить очень сложно, поэтому статистика по частным школам, они стараются вообще избегать, брать на работу тех, кто учился педагогически стандартных наших вузов, по причине того, что то есть, самообразование уже портит. Вообще, даже сами по себе, сталкиваясь с частными репетиторами и преподавателями, можно сказать, что большая часть из тех, с кем мы остались работать, у них нет стандартного учителя,
учительского или педагогического образования. Это просто педагоги по призванию, которым нравится их тема, они болеют, они вообще просто очень любят свою тему и рассказывают ее по-другому, по-новому, не так, как этому учат, переплавляя мозги нормальных девочек и мальчиков, которые приходят с желанием работать с детьми, то есть полностью их нужно, как говорится, флешбэк делать, как в Men in Black. Вот. А из программ, которыми я просто рекомендую пользоваться тем, кто хочет самостоятельно, слава богу, сейчас очень много всего есть, это и Khan Academy для математики, чтобы усилить себя в математике, и Udemy, всевозможные курсы, которые можно детям и тинейджерам предлагать проходить. Много всего интересного есть, это видеокурсы с возможностью очень быстро освоить интересующий себя предмет. Ну, где-то быстрее, где-то дольше, но, в принципе, это можно быть в короткую, это может быть от одного дня или от нескольких даже часов до месяца и больше. Так что нужно ими пользоваться. Есть программы Scratch для кодирования, можно в онлайне самим пробовать изучать. Khan Academy мы сказали. Есть How Stuff Works, тоже интересная программа, которая объясняет, что и как устроено. Это для познавательная, классная, полезная программа для всех. То есть от очень простых тем до достаточно сложных. Вот. NASA Kids Club тоже можно интересно, очень много интересных программ там изучить. Так что тем, где поучиться, есть очень много. То есть есть и англоговорящие ресурсы, есть и русскоговорящие ресурсы. И вот я надеюсь, что Украина тоже сейчас не будет отставать. То есть многие преподаватели, педагоги, которые, скажем так, нового образца, тоже могут записывать свои курсы и выкладывать свои курсы, которые точно так же будут пользоваться популярностью, так же, как это происходит на ресурсах Udemy, Udacity и похожих, где можно скачать вот бесплатно, но за небольшие деньги, курсы не тратятся на преподавателя, потому что там один занятие там, недельное с преподавателем, это сравнимо с тем, что подписался на курсы, можешь просто в своё удовольствие в любое удобное тебе время, сам или с ребенком, проходить этот курс. Все программы, которые вы назвали, все иностранные. Наших отечественных, я так понимаю, аналогов нет. Там есть российские, там есть тоже на русском языке есть программы. То есть можно просто поискать на русском языке. Но опять-таки, все-таки, если мы хотим, то есть как-то вливаться в европейскую международную экосистему, нам без английского языка не будет. Это должен у нас вообще наш быть второй язык, вот украинский и английский. Вот наши там языки, там русский, конечно, optional, потому что большая часть населения еще разговаривает, и окей, но тем не менее, мы должны просто все резко заговорить на английском языке. Для английского есть прекрасная тоже программа, которую нужно детей. English Dom, украинская наша программа, украинские ребята делают, тоже, пожалуйста, там заходите, смотрите, есть и онлайн-часть, и офлайновая часть, есть BUZU, это английская программа, которая очень просто и быстро, вообще за очень адекватные минимальные деньги позволит вообще в транспорте, везде, в процессе, в походе открыть свой смартфон и поучить там пусть 5-10-15 минут английский язык. В общем, это очень удобно, классно. Есть более продвинутая программа, когда можно за абсолютно небольшие деньги разговаривать с носителем языка, но ты должен тот такое же количество часов условно дать другому, тому, кто хочет обучиться украинскому или российскому языку. Это и возможность знакомиться, общаться, реально подключаться к экосистеме языковой той, того преподавателя, не преподавателя, с которым ты совершенствуешь свой язык. Но это уже там следующий этап. И классная украинская, кстати, программа еще по преподавателям онлайн, это Preply. Preply очень рекомендую тем, кто сталкивается с проблемой подбора преподавателей для домашнего обучения или, допустим, для усиления детей по каким-то предметам. Там есть все. То есть есть и языки есть, и математика, и физика, и химия, и вообще география, и история, биология, все абсолютно предметы. И даже такие, ну, то есть интересные, редкие возможности поучиться чему-то. Это проект, созданный нашими украинскими ребятами, который тоже нашел свое там серьезное признание в Европе, получил финансирование очень мощное, команда остается работать здесь, в Украине. Проект очень классный, и проект этот глобальный, поэтому советую пользоваться. Цены там можно от адекватных цен там, в там 100 с чем-то гривен до там 10-20 долларов, в зависимости от того, преподаватель это из Америки, Украины или Индии, или Азии, то есть можно найти, подобрать себе стоимость, ту, которую вы можете, собственно, платить для образования, и в любое время можно заниматься по скайпу с преподавателем, это реально работает, мои дети занимаются таким образом на платформе Preply, мы очень довольны. Дети в Украине у вас учатся? Да, кое-кто в Украине учится, трое детей и в Украине, и в Англии.
Я просто вспоминаю домашнее, вот интересно, вы когда-нибудь учили домашнее задание с детьми? Многих родителей домашка, а детей доводят до истерики. Хватает ли вот тех знаний, которые им дают в школе, чтобы вы не привлекать родителей дома к домашке? Я с ними вот честно не учу уроки, потому что прихожу, когда уже уроки у них выучены все. Вот, но иногда приходится, с младшим особенно иногда приходится сделать там математику или английский, или какие-то там предметы, которые задают, но в принципе справляются сами. Вот, ничего, даже интересно. Я, наверное, просто не сижу на этом регулярно, не, каждый день этим не занимаюсь, поэтому у меня там с ума это не сводит, но, наверное, свело бы. Вот, особенно наши украинские задачки, я знаю много очень шуток, ну, практически анекдотов, которые рассказывают друзья, чьи дети учатся в украинских школах, о том, как они вообще даже не понимают ни условия задачи, ни то, как решить, и уже прям группы создаются целые, там это как квесты или как это назвать, то есть, а давайте решим задачку там из 6 класса, ну, то есть, кто решит? Вообще люди, ну, с реально с хорошим очень образованием, в состоянии осилить там или понять вообще, что хотят в этой задачке, так что, да, вот такое, наверное, может свести с ума, но ведь люди находят, как сделать группы по интересам даже из таких там с ума сводящих вопросов, да. Кстати, пришел вопрос неплохой от Влада сейчас в чате. Какая кинотерапия лучше, в кинотеатре с попкорном или дома с комфортом? И так, и так. Ну, то есть как, потому что это совершенно другая, ну, совершенно другое восприятие. То есть в кинотеатр мы ходим для социализации. То, чтобы, может быть, вместе там, погрузившись в реакцию аудитории, то есть как-то вместе усиливать наши как-то эмоциональные вибрации. Поэтому это одна история, и в кинотеатре особо не пообсуждаешь вот на момент. Если вы хотите пообсуждать, только после. А дома можно сюда поставить на паузу, какие-то вещи объяснить. Ну, дома это удобные позы, мы сами, то есть эмоция только наша. Вот, не смотрим там, как реагирует публика, а даем свою эмоцию. Так что, ну, то есть выбирайте просто, в каком вы настроении сегодня, да, то есть либо слиться с эмоцией аудитории, или, допустим, дать своим. Ну и крайний вопрос на сегодня, я так понимаю, учитывая, что вы приглашали на детский кинофестиваль, то есть фестивалю быть в этом году, да, он, работа идет, организовывается, нет ли каких-то проблем, сложностей? Я просто, мне кажется, что уже на 10-й год, когда у нас будет 10-й год, уже вопрос этот перестану задавать, уже все поймут, что фестивалю быть forever. Вот, мы на 10-й год, наверное, попросим всех уже смириться с тем, что фестиваль, наверное, будет вечно. Мы очень хотим, чтобы так, да, и происходило, вот, особенно после вкуса 90-й церемонии Оскара. Хочется понимать, что, ну, это не фестиваль, да, это церемония, которая говорит о том, что киноиндустрия уже вот, ну, сколько ей лет, и как все хорошо, и все больше и больше, и круче, и ярче, в ногу со временем. То же самое и в Украине, то есть вот, мы уже вышли в ту, на тот уровень, когда мы понимаем, что уже переломный момент, все очень переживали, что непонятно вообще, ну, то есть это продолжение застоя или все-таки прорыв. Сегодня можно сказать, что уже прорыв в украинской киноиндустрии произошел. То есть есть понимание, допустим, что нужно выделять деньги, что нужно деньги выделять каждый год там больше, поддерживать кино, как это работает, что уже пошли обратные процессы, поехали сюда к нам люди, продюсеры, в первую очередь, и режиссеры, и актеры, то есть поехали к нам и хотят работать и снимать здесь. Этот процесс пошел уже, и это то, что происходит в рамках Одесского фестиваля на платформе Международного Одесского кинофестиваля. Мы очень этим гордимся и довольны. Поэтому это уже процесс, который процесс генерирует новые правильные такие индустрии, образующие процессы. Поэтому фестиваль будет. Будет и 9-й, и 10-й, там, и... Как говорится, вот до 100 дойдем, а там поговорим еще раз. Возможно, уже все по-другому будет в этом мире. Посмотрите фильм «Бегущий по Blade Runner» тоже. Да, там вот тоже интересно о том, как это все будет. Это как отголоски пятого элемента. Так что 2049 год там как обозначили, а 2048 год. Ну, посмотрим, что у нас будет там через пару десятков лет. Но пока все планируем, чтобы фестивалю быть и быть ежегодно. Поэтому 13-21 июля приглашаю всех на Одесский кинофестиваль. Сейчас начинается уже активное бурление новостей, поэтому следите за прессой, следите за сайтом Одесского международного кинофестиваля, будут разыгрываться билеты, будут интересные опции по абонементам. Все больше гостей в этом году, больше звезд, партнерство с фондом Дэвида Линча, возможность привозить сюда людей, которые чувствуют свою миссию о том, чтобы развивать киноиндустрию, обмениваться опытом между американской киноиндустрией и украинской киноиндустрией, как работать вместе, поэтому будет очень-очень много всего
всего интересного. Не пропускайте, это уникальная возможность посмотреть редкий контент, отобранный огромной, мощной командой Одесского международного кинофестиваля на более чем 50 кинофорумах. И большинство, к сожалению, из этих фильмов в прокат не смогут выйти, поэтому единственная возможность посмотреть их, это есть на Одесском международном кинофестивале. Поэтому 13-21, первый или последний уикенд, или вообще все 10 дней резервируйте. Спасибо за ваше время, за ваши ответы. Завершающее слово для тех, кто нас сейчас смотрит, про кинотерапию. Любите своих детей, ищите все ответы в интернете, они там есть, пользуйтесь всеми ресурсами, они на самом деле очень адекватные по цене, и кино это не просто кино, кино это не просто кинотерапия, кино это целое искусство, это целая жизнь, поэтому тратьте свое время на кино, но на хорошее кино, и пользуйтесь моими советами, пожалуйста. Все, приезжайте на фестиваль 13-21.